Мать пошла выгуливать собаку, дочь оставила дома одну, а она задвинула щеколду. Открыть не смогла, пришлось вызывать специалистов. Здесь, погоди, Саша, сейчас уже открываем. Девочка плачет, спасатели успокаивают. Другого выхода, как ломать стену, нет. Дверь не поддается спиливанию. Какая нехалатность, то есть родители вышли, например, с собакой погулять, либо там за продуктами оставили ребенка одного дома. А здесь дома остался один годовалый ребенок. Бабушка пошла к соседке за солью. Дверь оставила приоткрытой, а она захлопнулась. Для спасателей здесь не было ничего сложного.